Всем привет! Вот и ноябрю пришел конец. А кто слушал мой прогноз погоды, молодец! Какой погода будет нас ожидать на крайних выходных месяца, сейчас расскажу. В субботу не забудьте взять зонтики. Возможно, дождь заставит вас намокнуть. Днем температура воздуха составит плюс 4 градуса, а ночью опустится до минус 3. В воскресенье ситуация не лучше. Весь день будут преобладать осадки в виде дождя. Днем плюс 6 градусов, ночью плюс 3. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Instagram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.